Здравствуйте, дорогие любители живописи! Мы рады вас приветствовать в Одессе, в мастерской Елены и Владимира Ильичевых. Сегодня у нас конец июня, начало июля. Для нас, художников, которые любят чудеса, это самое прекрасное время, когда можно писать розы. Это розовое время сейчас. Начиная с бутона и заканчивая расцветшей прекрасной розы, и даже опадание цветка для нас очень символично.